Я очень рад, как развиваются отношения между нашими странами. Мы с вами придали такой динамизм нашим связям, что по всем направлениям видим развитие, видим практическое решение вопросов, которые мы согласовываем. Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между нашими странами и нацеленности на результат. То есть у нас отношения совершенно свободны от всяких проблем. И наши регулярные контакты позволяют просто подводить итог сделанному, намечать следующие шаги и двигаться вперед, как два друга, партнера.